пошел вон! Это что такое? Это что такое? Ты, блядь, откуда взялся? Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Skyrim. Остановились мы с вами на том, что... Что ты зеваешь? Нормально я приветствую, не надо. Остановились мы с вами на том, что взяли задание пса, пришли к какому-то богу, или я не знаю, что это такое, что за существо, ну, в общем-то, и все пока на этом. Взяли у него миссию, надо сходить, какой-то топор раздобыть, насколько я знаю, или нет, или что там надо. Я уж и не помню, давайте, Ж, значит, журнал, разное, помочь жителям Фолкрита, это потом... Фатальный шаг, надо убить главаря бандитов. Это мы сделали. А, это новые нам дали задания. Угу, это из Фолкрита задание. Цель моих поисков — дневник руины, местонахождение рощи глубокой... Цель моих поисков — дневник рунила, местонахождение рощи глубокой тени. Отнести необычный камень оценщику, найти скульптуры лиц. Кеша говорит, Светлянтино. Какой-то мирак послал ко мне убийц. Это попом, потом... Рассвет заряда заставить. Это... О! Она далеко, интересно, давайте посмотрим насчет звезды, которую я поднял. Она говорит, доставь меня куда-то там. О, вообще недалеко, можно вот с пещеры Лунный Бор до туда вообще рукой подать. Так что вот сейчас мы этим и займемся. Я, кстати, перк ни один не распределил, он у меня там висит. Я его могу куда-нибудь засунуть потом. Но я его пускай пока висит. Пойдем отнесем эту звезду, может эта звезда мне что-нибудь даст интересное, я надеюсь, по крайней мере, на это. Спереди есть какая-то интересная тоже штука, ее тоже можно будет... Ладно, пока зачехлять не надо. Надо будет ее тоже сейчас посмотреть, что это такое. Это лесопилка, похоже? Ну, знак. Тут как бы леса, они как бы... Может это... Я не знаю. Ладно, поспорим сейчас. Непонятный знак. Угу. Тут какие-то деревья. Пруд чистых сосен. Так, я вижу там животное. Чертополох. И новичок-сундук. Не знаю, что это знак, что он значит до сих пор. Но... Anyway... Я нашел здесь что-то интересное. О, прикольно. Драгоценности продадим. Че ты... А-а-а! Похоже, здесь эти хрени спавнится. Слышишь, нам надо драться. Куда ты вокруг ходишь? Бей ее. Давай. Вместе. Давай-ка все вместе навалимся. Она сейчас отхилится. Готовься. Она отхилилась. Давай, добивай ее. Тварь, ты сама на нас нападаешь. Я знаю, что эта хрень, она вообще не должна быть враждебна к нам. Потому что она хороша... Она типа нейтральной должна быть. Она лес защищает. Но она почему-то нападает на нас. А это кто такой? Олень? Олень противник? Лол. Если бы олень дрался, я бы очень удивился. Похоже, эта хрень зеленая может призывать всех животных, то есть против тебя... Не, слушайте, похоже же, ну, похоже на лесопилку. Все деревья срублены, кошмар просто. Кто-то срубал здесь деревья. Ладно, мы двигаемся в какое-то святилище, скорее всего. Судя по карте. Вон, я вижу какой-то постамент, большой очень. Сейчас отнесем эту хрень. Надеюсь, она больше не будет со мной болтать. Ну, наверняка будет, конечно. Так было бы неинтересно, если бы она, блядь, молчала все время. Ну ладно, неважно. Посмотри, ага. Храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных. Их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Не питают к тебе любви? Ну, не знаю. А за что тебя любить, скажи? Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Ну, давай попробуем. Так. Я полетел? Ни хрена ж себе! Ху-ху-ху! А я так не умру? Установить путеводную звезду. Прикольно. Я на небе. Это ты? Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Осквернили твой храм, говоришь? Ой, она подходит ко мне. Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Угу. Хуже того, силы для своих преступлений он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя.
Похоже, у меня выбора-то нет. Единственная свеча может изгнать тьму из бесконечной пустоты. Если не ты, так кто-то другой. Мой свет наверняка привлечет достойную душу. Но если тебе есть мудрость, ты послужишь мне. Теперь ступай, нужно вернуть артефакт и уничтожить мелкорона какого-то. Мелкорона, заставь ворота открыться. Закрыться. Но это мой храм, и он повинуется моей воле. Ну так ты спустишь меня, мне не нравится. Двери отворятся. Господи Иисусе, провести твой луч, я понял. Блять, мы сейчас умрем. Нет, ну как я выполню миссию мертвый? Нормально, приземлился. Даже не насмерть, даже хп нет было. Окей, ну раз уж твой храм так близко, тогда прям сейчас займемся этим. Как бы, в чем проблема? Килкрит, храм. Я не вижу пока твой луч, кстати. Где он там? Он должен был за мной следовать. Так, тут мертвый имперец. В нем 50 золотых. Оскверненное тело. Смотри, везде оскверненные тела, и в них золото. Прикольно. Неплохо, неплохо. На кто осквернитель-то главный у нас, интересно? Так, самое главное, что утверд со мной. Еще одно оскверненное тело. От него какой-то дым идет? Нет, не идет. Ну, их такое ощущение, что сожгли. Тут еще какая-то черная дымка такая. Воу-воу-воу. Так, тут мы не пройдем. Это, наверное, потом, чтобы выйти отсюда, мы сможем. В самом конце. Так, откроем эту дверцу. Здрасте. А, мы сейчас ее откроем, да? Окей, окей, понятно. Скрывать замки — это мое любимое дело. Это я люблю камешек, камень, душ, залечение, наручье, эльфийская броня, херня всякая. И что дальше? Типа тут тупик. Ну ладно, предположим. Дальше что-то. Ай, вот оно что. Еще 75. Слушайте, а у них у всех золото есть, и немало, у всех приличное такое количество для этих мест. Я тут чувствую золотишко. О, свет! Тот самый, похоже, который мне нужен. Сейчас мы тут прогуляемся еще немножечко, мне надо посмотреть все очень внимательно, потому что эта игра, как бы она, знаете, поощряет тех, кто внимательно себя ведет. Внимательно все рассматривает. Там всякие сундучки, там все, всякие такие плюшечки. Поэтому надо смотреть внимательно. Короче, ну понятно, мы проводим лучи вот в эти камушки, и открываются двери. Надо этот свет провести до конца. Тот сам. Опа. Опа, ёб твою мать, вы кто такие? Готовьтесь. Порченная тень? Порченная тень. Ну давай драться. Ой, она не слабая, кстати. Довольно такая приличная у нее сила. Но бьет она не сильно, вот это хорошо. Они сами толстые и бьют не сильно. Хотя бы так. Ну-ка, вон, пошли вон. Сил нету, ребят. Все, дайте отдохну. Так, одна есть. Солнце чувствует... А, чувствую жажду. Так, мне нужно срочно выпить зелье. Причем не одно зелье. Мне нужно еще и зил, и силу. Зелье исцеления болезни. Вот это мы выпьем. Я чувствую, говорят... Как они только что выразились? Жажду, блядь. Солнце садится, и у меня жажда. Мне очень интересно, а к чему это? Это к тому, что я вампир? Мне, по-моему, все больше и больше намеков на то, что я вампир. Останки. Костяная мука. Охотничий. Ой, фигня, я вас больше обыскивать даже не буду. Ни к чему это. Так, все, мы здесь все почистили, получается. Так, есть вход налево, направо, то есть. Пойдемте сначала направо, прогуляемся. Наверняка что... Нужен ключ, хрен. Короче, понятно. А чё ты? Все, зачехляйся, тут не с кем драться пока. Так, камушек. Давай. Замечательно. Чё откроется? Вот это открылось? Ну ладно, сейчас мы туда сходим, секундочку. Сначала проверим, что здесь есть сверху, а потом пойдем туда. Посмотрим, что там. Там-там-там. Так, тут тоже есть камушек, он тоже что-то показывает, но он нам не нужен. О, ты-то тут откуда? Бей его. Ну, одноручное оружие качну. Да я сам справлюсь. Еще одна. Фус, руда! Это лучник. Да давай, доставай клинок свой. И ты достал ничего? Ты будешь бить меня ничем? Да. Жалкое, конечно, представление. Ну ладно. Все, пошли дальше. Видимо, отсюда тени эти выбежали. Две штучки. Так, тут есть поворот. Там есть что? Ух, сколько там этих камней.
сколько их еще потрогать надо будет, сколько их надо будет достать. Ты со мной, Утгард? Давай, чоп-чоп-чоп, быстрее, мы должны спешить. Свет должен пролиться везде, в этом храме. Сундучки. 10 монеток. Ну, что-то какая-то фигня. Это самый ужасный сундук, который я видел. Самый бесполезный. Так, драка пошла. Ну, давай. Отличный удар. Тень. Давай. Нет. Замечательно. С топором. Тень с топором. Первая тень с топором. Так. Ага, замечательно. Весь урон заложен. Давай, драться. Доставай ты клинок свой. Пошла вон. Слушайте, это довольно легко. Я, мне кажется, даже один бы справился. Зелье, правда, использовал немножко, наверняка бы я. Но, тем не менее, я пока справляюсь. Да нет! Эх, я забываю, что в этой игре бегать на совсем другую клавишу. Не лучше не бегать, когда ты пытаешься что-то перепрыгнуть, я вам так скажу. Это как бы игра не поощряет. Оп! Вот так это делается. Поднимаем, и куда оно светит? Вот сюда. И открывается вон та дверь, и нам туда и нужно. Но я пока пройдусь здесь. Здесь есть еще где погулять. Допустим, вот здесь. Вот здесь я наверняка что-то найду. Так. Ага, угу. Тут что-то тоже есть. Так, тут закрыто, тут... Тут открыто. Адепт. Вскроем. Сломал, хорошо. У меня 45 штук, как бы я вообще не парюсь. Я со всяких бандитов наподнимал, поэтому я даже не против. Пускай немножко поломается. О, есть, нашел. Отлично. Замечательно. Рычажок. Тот самый, он открывает эту дверь. И в этой двери у нас сундучело. В сундучело у нас всякая... Фигня. Ну, хотя бы две отмычки вернули. Сломал я вроде три, вернули две. Можно сказать, почти ничего не потерял. Ну, сокровища здесь какие-то фиговые, я вам так скажу. Что-то как-то вообще не густо. Совсем, совсем не густо. Балкон Килкрита. Скрытность помогает вам лучше прятаться, что позволяет нанести смертоносные удары незаметно. Но я не стелсер, к сожалению. Такое не каждый день увидишь. Ты про что? Ты про вот эти лучики? Наверное, да. Нам надо, кстати, наверное, как раз по ним и идти, по этим лучикам. Эти лучики выведут нас на правильный путь. Сундук огромный. В таких сундуках всегда что-то интересное. Блин, эксперт, блядь. Я думаю, что мы будем очень долго с ним возиться, но я все-таки попытаюсь. О! Нет! Хотя бы я знаю, где он открывается теперь. Есть! С третьего раза, слушайте. Очень повезло. Две мерзкие луч утомления. Блин, весит до хрена, я не смогу тебя унести, к сожалению. Весь, так стоишь, кстати, немало, но все еще ты весишь. Нет, я не буду нести такую тяжесть. И если что, Утгер там штука посильнее, так что я не буду его брать. Там, неважно, то есть, урон, все равно Утгер урон больше, так что хрен с ним. Сейчас, походу, драка будет. Причем такая нехилая, мне кажется. Или мне кажется? Похоже, мне кажется. Вон я вижу то, что нам нужно активировать. О! Утгард уже с кем-то дерется. Порченная тень. А тут есть какая-нибудь супер тень, интересно? Ну-ка, не трогай меня. А кто, интересно, во главе всего этого? Кто-то ведь поднял тут восстание вот этих вот теней, да? Правильно? Ведь какой-то супер маг, наверное. Блин, мне плохо очень. Добивай! Я плохо себя чувствую. Наверное, выживу. Молодец. А почему вот это не умерла? Ну, нормально. Так, две штуки. Такой огромный зал и всего две штуки? Нам вот сюда нужно, но нужен ключ. Значит, нужно открыть, значит, нужно активировать. Привет, тень. Нет, давай без ударов. Мне и так плохо. Давай без ударов еще раз. Нет, не бей меня. У меня стамины мало. Утгард, по-моему, луком стреляет, так точно. Так, вон одна тень. Давайте я туда зашлем стан. Просто так, просто потому что я могу. Все равно делать пока нечего. Заодно Утгард нагрен на нее, пускай постреляет. Умри. Кстати, я забыл тебе лук дать хороший. Как я найду лук получше, я тебе обязательно дам. Потому что у тебя дерьмовый лук, прям откровенно дерьмовый. А еще я не знаю, как надо перепрыгнуть. Скорее всего, где-то вон там. Сейчас посмотрим. Утгард, ты пока занимайся, я пока поищу, где здесь можно обойти все это дело. Так, а, мы вот эту же не активировали. Лол, надо ее активировать.
Так, вот оно светит на ту. Окей, а дальше что? А дальше как? Думаешь, я тебя боюсь? Ну смотри, блядь, Уткер шутки шутить не любят. Думаешь, я тебя боюсь? Может, открылась? Нет, хрен она открылась. Ну тут типа сломано, тут нет лестниц, блядь, как я это сделать должен? Я просто представить не могу, как это должно вообще выглядеть. У меня есть крик, который позволяет бежать быстро, но он тут не поможет. Он тут вообще ни одним глазом не сможет помочь мне никак. Угу. Я не знаю. Типа. Ну, нам надо здесь что-то искать. Тум-тум-тум-тум-тра-тум. А я знаю куда. Вот сюда наверняка. Сейчас вот отсюда где-нибудь проход будет, да? Да. Так, тень. Привет. Нет, давай ты не будешь бить меня с разгона особенно. Не нравятся мне такие удары. Нет, никаких ударов. Ох. Отъехала тень. Так, тут есть сундук. Давайте сундук сразу обыщем. Я взял то, что мне не нужно. А давайте вернем это все, что мне не нужно. Блин, броня. Хочу ее продать. Но я все еще хочу донести щит. Нет, вот этот щит, а вот этот положить. Что еще? Все остальное продадим. Я не могу это... Я должен это продать. Нет, мы все это унесем на себе. Я ни за что это не продам. О, сохраненное тело. Я, кстати, вижу, что сейчас... Да, вот это произойдет. Я это уже предвидел, хе-хе. Так, пустой сейф. Прикольно, прикольно. Тут также есть зельица. И все. Я перегружен. Надо что-то выбрасывать. Ну, давайте что-то, чем-то придется пожертвовать. Чем будем жертвовать сегодня? Посох. Знаешь что, посох? Ничего, посох. У меня есть меч, который мне нахер не нужен. Так, так, так. Все вроде. Пошли дальше. Ловушка. Ага. Все. Дезактивировалось. Прикольно. А зачем тогда вот эта штука? Что-то открыл. Ладно, предположим. Двигаемся. Тут что-то есть. А, это понятно. Типа камина. Только не камин. Костер разожгли. В крытом пространстве. И всем нормально. Всем хорошо. О! Тебя-то я и искал. Привет. Ну, а с разгона. Аж подстанило немножко. Все, пошло вон. Возьмем зелье. Ой, миску взял, которая мне не нужна. Новичок, замочек. Ну-ка давай. Оп. С первого раза. Вообще даже не парился. Булава фиговая и немножечко денежек. В оскверненном теле, как всегда, деньги почему-то. В каждом оскверненном теле есть бабло. Это намек на что-то? Нужен ключ. Так, ну вот отсюда я смогу попасть и активировать следующую камушек. Вот этот вот пьедестал, как он так называется. Что-то открылось однозначно. Я вот слышу прям. Так, ну подожди, а я могу что-то еще здесь активировать? Скорее всего, не смогу уже. Либо там внизу открылось, либо вот здесь вот только что. Вот здесь, похоже, открылось. Давайте сюда пройдем. Йоу! Тень! Что у тебя в руках, я не вижу? Топор? В виде молота. Ну-ка, пошел вон. Прям наравне деремся. Только я круче. Я могу... У меня есть щит, я могу отбивать. Так, кто-то в меня стрелял все это время. Это был ты. Угу. Боже, какая тяжелая битва. Прям невыносимая. Кто там еще? Ты убила? Все. Я больше не вижу противников. Зачехляемся. Спортивное тело, 40 золотых. Поднимемся везде. Посмотри, я, кстати, умудряюсь проходить все без каких-либо зелий. Типа, оп. Ага, я так и думал. Мне кажется, вот этот колба меня сейчас и пришил. Потому что я, ну, плохо себя чувствую довольно. Живой, но плохо себя чувствую, потому что не использую зелья. Очень жалею их. Мне их жалко. Их нужно приберечь для чего-то более масштабного. Я знаю, такие моменты бывают, поэтому я их жалею их. Так, оп, последний камушек, похоже, да? Да, тот самый. Сейчас мы возьмем золотишко и активируем последний камень. И открылась последняя дверь внизу, которая. Все. Фаст спрыг. Оп. Оп. Готово. Ну вот и все. Головоломка решена. Килл крит катакомбы. Стало
осталось катакомбы. Катакомбы это самое нижнее, насколько я знаю, помещение в Скайриме. То есть ниже катакомб не бывает. То здесь будет самая жесть сейчас происходить, скорее всего. Так, вот я вижу уже один камушек, который мы должны будем сейчас активировать. Я не вижу, чтобы мне кто-то мешал. Мне никто мешать не будет? Хорошо, активируем. Открылась дверь. Замечательно. Очень просто почему-то. Почему-то все очень просто. Это что, намек на то, что сейчас что-то будет? Что-то такое? Что-то интересное? Ну, давайте двигаться. Навстречу приключениям. Готовьтесь. Замечательно. Это предупреждение. О! Я вижу впервые нормального человека. Ну, то есть, человека именно, а не вот помимо нас. Здесь одни всякие ублюдки, а тут ёпый человек. Две мерзкий лук. Ну-ка, давай. Две мерзкие, наверное, все-таки. Так. На, Молкорн. Это ты, значит, всему виновник. Ёпта, сколько их здесь. Пошел общий стан на всех. На всю толпу. Пошли зачищать. Пошли вон, сраные тени. Я вас жопто вам надеру. Вот для этого я, кстати, сохранял свои зелья. Ты зайдешь? Нет, сегодня. Утгер, ты где там вообще? Ух ты, он морозит. Ни хрена он маг. Да. Ну все, надо пить зелье, короче. Сейчас мы будем пить зелье просто как не в себя. Потому что я... не бессмертный. Что-то у меня... совсем плохо все с голосом. Давайте сюда, сюда, сюда все. С этим дурачком я потом разберусь. Он там кастует что-то неприятное. Поэтому лучше мы его так вот на расстоянии с вами разберемся. Давайте следующего, следующего. Проход, проход. Молодцы. Вот так вот. Вот это уже почти убили. Ага. Одна есть. Нет. Ну давай без этого. Ну ёб вашу мать. Шо ж вы какие сильные. Вообще не сбивайте атаки свои. Никаким образом. Так. Где у меня отрава? Ух ты, отрава. Ну типа это же духи. Какая им нахер отрава? Они даже не почувствуют. Отравить привидение. Где обычное зелье-то? Зелье исцеления болезней, магии, меткости, разрушения, силы сопротивления. Похоже, мне сегодня не о чем будет лечиться. Еще на 40 в течение 60 секунд. Это типа мне не поможет. Да. Зато микстура сопротивления есть. Ну и все, пиздец. А как я должен это сделать? Ну просто мне интересно. Они прям на меня лезут. Типа, чтобы мне хватило сейчас. А, не, у меня еще одно зелье есть. Здорово. Зелье силы, две выпьем. Пошел вон. Нет, не бей меня. Все, отлично. Бьем его. Нормально, он вообще, типа, на пофиг. Куда ушел урон? Одному богу известно. Пошел вон. Это что такое? Это что такое? Ты, блядь, откуда взялся? О, блядь, он кастует. Пошел вон. Пошел вон. Я не знаю, что это такое? Как я, блядь, с этим драться должен? Он вообще откуда вылез? Зелье здоровья на 20 увеличим и зальем сейчас чем-нибудь. У меня где-то должен быть один, да, вот один. Одна крепкая еще, у меня больше ничего нету. Деремся, быстро его надо убивать. Блядь, как он больно бьет. Надо сопротивление огню срочно пить. И убегать, блядь, и убегать. Утгард. Нет, я почти это сделал. Иди махай в другом месте. День. Этот пидор пришел сюда. По-другому его не назвать. Ну что это такое, блядь? Ну как я должен это сделать? Это невозможно. Вот он, двойной урон. Надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать, надо бежать. Больно. Больно. У меня крик откатился, кстати. Сейчас он... Ну отвлекись. Да, он... Его можно сбить, отлично. Утгард, не лежи, вставай. Не лежи, я тебе говорю. Пошел вон со своей магией. Пошел вон со своей магией. Утгард, я не могу без тебя. Утгард! Ой, блядь, это просто какая-то дичь. Это дичь какая-то. Ну все, давай, скотина. Остались мы один на один почти что. Дай я пройду, блядь. О, господи, дай я пройду. Ну все. Ага. Ты же не против немножко принять урон из меня? Слушай, а у меня что сейчас стоит? Бежал сносил. Все, сейчас надо будет ждать, когда у меня бежал сносил откатится. Тебе так и не дадут, наверное, встать сегодня. О, ты встала. Ой, сразу же упала. Здорово. Так, у меня откатилось. Ну, блядь, иди сюда. Ну, опять. Ну, у меня сил нету. Ну, что ж такое? Хватит жрать мои силы.
Так, яд снадобья фантома меткости подкосил. Может, у него страха? Попробуем его испугать. Как вы думаете, испугается? Мне кажется, нет. Так, у меня есть еще, кстати, всякие... Вот давайте холоду сразу сопротивляться будем. Что у меня еще есть? Мне нужно то, что даст мне силу сейчас. Замечательно. О, твою Иисус, за ногу не действует на него. Он выше 5 уровня. Я не знаю, какого он уровня в таком случае. На, блядь! Ублюдок! Прям в сердце ему. Все, он сейчас, он уже возродился, блядь. Он просто инстантно. Да, я отсюда уйду. Надо прятаться и сейвиться, блядь. Потому что это ужас, блядь, на крыльях ночи. Он такие вещи кастует, он, блядь, просто убивает. Так, пока у меня... А, пока ты там дерешься, давай я пока возьму лук, да? Вот так вот. Тихо. Тихо. Где он там? Я его не вижу. Вот, вот эти вот прокасты ужасные, холодные. Ух, вы бы знали, как они промораживают. Угу, Лугер, значит, почти отъехала. Я не могу попасть под него. Потому что он так дышит страшно. Ну давай, ну что где-то там. Нет! Пошел в жопу со своей магией. Ну-ка, давай застанем тебя. А, ну, стой. Не смог. Ты что, стрелы отбиваешь, или мне кажется? Куда стрелы уходят? О, попал. Умри. Он щит опять какой-то поставил. На, ублюдок. Ну все, конец тебе. Давно бы так все работало. Тихо, прокаст пошел, холодненький. Ага. А, я наступил на льдышки. Ну ладно, это не так больно. Ох, какой удар. Опять. Как? Каким образом, блядь? Ну как, я же стоял за укрытием. Ну что за жесть?